Братья и сестры, здравствуйте. Человечество, конечно, весьма больной пациент, и среди его списка болезней возникла еще одна такая болезнь под названием child-free, такое движение, такая идеология. Дескать, незачем плодиться, незачем рожать и так далее и тому подобное. Странно даже, что, например, эту идею двигают, это на самом деле не странно, но кажется, может быть, странно, что и экологи всякие современные, сейчас же много таких одержимых, там, идеи, там, чистой воды, там, что-то там еще, значит, там, ветряными мельницами, значит, эти вот борцы за ветряные мельницы, значит, они параллельно еще и child-free-шники часто бывают такие. Говорят, не нужно рожать, потому что это не экологично. Он будет смешно. Ну да, немецкие журналистки, феминистки, говорят, что исследование такое провели, там где-то итогом исследования явилось следующее. Детки, конечно, милые, но очень не экологичные. На экологию плохо влияют. Такое. Вот такая болезнь еще появилась вроде человеческом. Было замечено, между прочим, что вожди Евросоюза современные там на изрядную долю вообще бездетны. Там еще там, Меркель детей не родила, Макрон детей не родил, там, и там целый список такой перечисляется. Как бы, они бездетные. Психология бездетного человека, как бы, это после нас хоть потоп, если честно. Вот когда человек имеет детей и внуков, как бы он боится, например, бомбардировки. Или боится, там, скажем, ядерного какого-нибудь там взрыва на электростанции. Он боится вообще, что он передаст своим детям как бы загаженный мир, как бы и сумасшедший телевизор. И больше ничего. А человек без детей, как бы ему плевать совершенно на все. Он как бы поцаревал и убежал. Что не съел, то понадкусывал. Как бы у него нет психологического страха за будущее. Это вообще не его дом. Этот мир – это не его дом. Бездетный вообще не понимает своего мира как дом. Он, ну, как бы, ну, пользуется тем, что есть, как бы, а завтра наплевать на завтра. Вот это child-free такое существует, агрессивное. Это одно из ответвлений агрессивного феминизма. «Мое тело, мое дело», там, «право на аборт» и так далее, и так далее. У нас возникла такая законодательная инициатива. Ее автор – это сенатор Маргарита Павлова, согласно которому нужно расширить контент запрещенных информационных таких ресурсов в интернете. Или контент, в общем, собственно, да, интернетского. Туда нужно внести, по ее мнению, пропаганду абортов и движение child-free. Ну, кому как не женщине об этом сказать, потому что женщина, рожавшая, не рожавшая, это совершенно два разных человека. Физически, психически, как бы, это совершенно два разных человека. У них совершенно разные подходы к жизни. Поэтому рожавшая женщина, конечно, семейная женщина, она имеет право заявить об этом, тем более, если она облечена некой степенью государственной власти там, или имеет законодательную инициативу. Конечно, поднялось там всякое такое бурление такое известных веществ, как бы там вентиляторы заработали, как бы, и так далее. Но это, удивляться нечего. У нас любая, у нас все-таки свобода слова у нас. У нас любая инициатива, там, то ли президента по законопроекту о укреплении там, нравственных основ общества, значит, вызывает сразу такое движение людей, которые кормятся с бюджета. Типа, вы нам деньги дайте, но снимать мы будем все, что хотим. То есть денежку дайте, значит, финансирование не отменяйте, но мы снимать будем и ставить на сцене все, что хотим. Вот. Любое, там, значит, даже язык не повернется, бумага не стерпит от стыда, что мы снимем, как бы, но за ваши деньги. То есть, и поэтому они недовольны. Очень специфическая публика, значит. Ну, конечно, и здесь тоже выступают против этого. Но я, честно, вот обеими руками за. Повторяю, потому что агрессивный феминизм со своими ответвлениями, с борьбой за аборты, значит, со всеми там половые перверсии, всякие вот эти вот, значит, рок-н-ролльные штуки такие половые. Потом это вся эта сумасшедшая борьба за экологию. Это все такие маркеры современной болезни. То есть пациент серьезно болен. Вот. И либо жив, либо одно из двух, как было написано в книжке про Буратино. Заметьте себе еще одну очень интересную вещь. У человека же тоже есть природа, правда? Вот борцы за природу. Давайте сохранять природу, давайте бороться за природу. Ладно, у человека же тоже есть природа. То есть, есть некие функции природы человеческой, есть описательные свойства природы человеческой. Ну, то есть природа наша. Вот в чем наша природа? И вот в частности, природа человеческая заключается в семейственности. А если человеку внушить, например, что гомосексуализм так же почтенен, как гетеросексуальный брак, и рождение детей так же почтенно, как нерождение сознательно детей или убиение их в чреве, то мы насилуем природу. Понимаете? То есть совершается грубейшее, издевательское насилие над природой человека, над его сознанием и его плотью, над его телом. Трансгуманизм, собственно, это насилие над природой. Абортное движение – это насилие над природой. И вот эти же люди борются за букашек-таракашек, значит, за листики и травку, то есть за эту природу. А вот за эту природу они не борются. Значит, они растлевают природу человека, борясь за природу вне человека. За озера, значит, там, баобабы, там, значит, и за птичку в небе. Так вот, нужно понять, что главным фигурантом истории мира
и Вселенная, и вообще является человек. Не черепахи и не домашние коты. Человек. Если растлить его природу, тогда неизбежно растлится и все остальное. И водные источники, значит, и воздух, которым дышим. Вот эту иерархию они не понимают. Они против иерархичного мышления. Иерархичное мышление вообще против шерсти всем злодеям современности. Они не хотят знать, что выше всех Бог, потом идет человек, семья, значит, такое ценное, различные нравственные, морально-нравственные постулаты. Они против этого резко. Вот я предлагаю им такой тезис на размышление о том, что растлевающие природу человека бесполезно борются за природу вне человека, за его пределами. И такими растлителями в том числе являются и чайлдфришники, и абортники, и вся остальная это братья, им же не из числа, как говорится в Евангелии. А у нас есть сенаторы, которые выходят с такими законодательными инициативами. То есть война продолжается. Это продолжение темы о войне. Война идет? Идет. Где? Да вот, не только на Донбассе, вот тут вот идет. В сфере законодательных инициатив. Это что же война? В общем, серьезнейшая война. Проигрыш в этой войне, он будет более кровав, чем проигрыш любой военной кампании, между прочим. Да. Храни Бог верных своих, и да посрамятся все, восстающие на истину. Аминь.